Консультативное заключение по МРТ пациентке 1996 года рождения, выполненного 29 января 2019 года. Расшифровку МРТ коленного сустава выполнил профессор Холин Александр Васильевич, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Северо-Западный государственный медицинский университет имени Мечникова, Санкт-Петербург. На серии МР-томограмм левого коленного сустава получено изображение в сагитальной, коронарной и аксиальной проекции. Деструктивные изменения в надколеннике, в дистальном отделе бедренной кости и в максимальных отделах малой и большей берцовой костей не определяются. Сухожилие четырехглавой мышцы бедра не повреждено. Собственная связка надколенника прослеживается отчетливо. Интенсивность сигнала от нее не изменена. Суставные поверхности конгруентны. Суставная щель не сужена. Суставной хрящ не истончен. Небольшое количество жидкости за надколенником. Конфигурация менисков представляется неизмененной. Частичный разрыв медиального мениска второй степени. Жировая клетчатка Гофа развита обычно. Контуры задней крестообразной связки четкие, интенсивность сигнала от нее не изменена. Передняя крестообразная связка не прослеживается на всем протяжении, утолщена и отечна, имеет горизонтальный ход. Латеральные малоберцовые и большеберцовые связки прослеживаются на всем протяжении, не изменены. Заключение. Частичный разрыв заднего рога медиального мениска, синовит, разрыв передней крестообразной связки.